понедельник, 20 марта, в КЯИЛИМ состоялись игры группового этапа соревнований по волейболу на кубок Максима Михайлова среди студентов. Знаменитый российский волейболист в составе волейбольного клуба «Зенит Казань», чемпион 30-й Олимпиады в Лондоне, лично приехал на церемонию открытия турнира. Одна из немногих столиц и вообще городов, которые популяризируют виды спорта. Я думаю, что назову эту Казань столицей вообще спорта. Поэтому здесь очень большое внимание уделяется всем видам спорта, без исключения. И, безусловно, я рад, что и волейбол стал развиваться большими темпами в Казани. Кубок Максима Михайлова – это турнир любителей, которые решили проявить свое мастерство на волейбольной площадке. Как отмечается организатором, в положении конкурса прописано, что участвующие не должны быть участниками волейбольных клубов и кандидатами в мастера спорта. В турнире запрещено играть игрокам, которые могут, заявлены за те или иные лиги в различных, турниров по волейболу. Здесь в основном играют все студенты, это студенческий турнир. Нет мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта по волейболу, и так далее. Всего на турнир заявилось 15 мужских команд. Их распределили на 5 групп, по 3 команды в каждой. Финальную часть соревнований прошли 8 мужских команд. В женских же соревнованиях уже определены полуфиналисты. Ими стали команды «Академия», «Виктория», «КГУ» и «Фортуна». Диана Шилова, Денис Давыдов, Универ Ньюс.